Добро пожаловать в мир необычных вещей. Чашка со спрятанной ручкой, ножи и вилки из веревок, квадратные апельсины и необычные очки от солнца. Хочешь выделяться из толпы? Сделай уникальную вещь своими руками. Как? Смотри в нашем новом видео. Лето в городе. Лимонад на открытой террасе, свежесть и новые идеи. Например, идея добавить в бокал скучного лимонада дольку апельсина. А может, не дольку, а целый квадратик? Свежий апельсин зажимаем в самодельные тиски. Используем твердый пенопласт и заматываем сверху скотчем. Ставим конструкцию в морозилку на ночь. И вынимаем квадратный апельсин. Подруга достает чудо-апельсин. Какой эргономичный дизайн! Квадратный апельсин делает наш лимонад стильным. С удовольствием украшаем им наш бокал. Добавим трубочки. У нас получился кубический коктейль. Есть идея. Я тоже найду какой-то необычный предмет на Пандао. Меня это приложение никогда не подводило. Тут всегда огромный выбор самых невероятных вещей по низким ценам. Ух ты, какой волшебный ночник. Смотри, нравится? Да и скидка на него 88%. А еще я себе закажу щетку для лица в виде медузы. Какая смешная, посмотри. Мне точно нужна эта подставка под телефон. И этот лягушонок для зубной пасты. И вот это кольцо для селфи. А денег у тебя на все хватит? Так на Пандао огромная распродажа с 18 по 20 мая. 3 дня самых низких цен. Скачай приложение Пандао по ссылке в описании и получи 200 баллов в подарок. А еще по промокоду U_TRU ты получишь 200 баллов. Промокодом можно воспользоваться только один раз. Отдых на свежем воздухе – это замечательно. Можно увидеть необычное природное явление. У меня есть фокус для подруги. Волшебные очки, которые расплавляют предметы. Например, вот это яблоко. Подруга доверчиво надевает очки, а я быстро меняю яблоко на специальную заготовку. От пенопластового яблока наискось отрезаем нижнюю часть. Пергамент смазываем кремом. Кладем яблоко и термоклеем формируем вокруг него лужу. Снимаем яблоко с клеем пергамента и тонируем акриловыми красками в несколько слоев. Сначала хорошо присушиваем желтый слой, затем ставим акценты оранжевой краской и бордовой. Сверху приклеиваем черенок. Клей закрашиваем краской. Яблоко растаяло от одного взгляда. Даже фрукты млеют при виде моей прекрасной подруги. Чудеса. Как только Эмма снимает очки, я быстро возвращаю обычное яблоко на тарелку. Ловкость рук и никакого мошенничества. Эмма не догадывается, в чем дело. Она хочет расплавить все вокруг. Спокойно. Побереги свой испепеляющий взгляд, когда нужно будет сделать горячий шоколад. Незаменимая вещь на природе и в походе – консервная чашка. Это малышка – мечта любого туриста. Банку консервов очищаем от этикетки. Разрезаем консервным ножом пополам. И вынимаем содержимое. Выбираем чашку подходящего диаметра. Верхнюю половину банки надрезаем. Чуть загибаем края и приклеиваем банку внутрь чашки. Консервные банки – это вчерашний день. Новая мода в походе – это консервные чашки. Подруге нравится моя консервированная чашечка. Интересно, что там внутри? Наверняка что-то вкусное. Эмма открывает крышку. А там пустота. Не расстраивайся. Это я законсервировала горный воздух. Моя подруга хороша во всем, кроме одного. Она ужасно громко сёрбает чай. Этот звук можно использовать для пыток. Я мечтаю, чтобы ее чай наконец закончился. Блонди отвлеклась на телефон. Отлично, время проучить громкую подругу. Я подложу ей чашку с ручкой изнутри. В пластмассовой чашке нагретым ножом отрезаем ручку. Приставляем ее внутрь чашки. Отмечаем нужный изгиб, чтобы ручка хорошо примыкала к стенке чашки. Отрезаем ножом лишнее и приклеиваем ручку внутрь.
Блонди по привычке хватается за ручку. Ну а там, где раньше была ручка, теперь пустота. В чем дело? Видимо, ручка тоже спряталась, чтобы не слышать этого ужасного сёрбающего звука. Может, хоть это научит подругу тихому чаепитию. У Блонди новое украшение для волос. Резинка с огромным глазом. Эмма замечает обновку и решает подарить подруге подходящий аксессуар. От старых пластиковых очков раскаленным ножом отрезаем одну дужку. И отрезаем одно стекло с оправой и переносицей. На оставшееся стекло приклеиваем отрезанную дужку. Место склейки закрашиваем акриловой краской подходящего цвета. Эмма возвращается с необычными очками для солнца. Где она их взяла? В магазине для монстров. Одеваем очки циклопа на глаз. Сидит отлично. Минздрав предупреждает. Третий глаз тоже нуждается в солнечной защите. Мы ждем заказ уже целую вечность. Где вся еда? В мечтах я уже впиваюсь в стейк ножом и вилкой. А вот моя подруга Эмма не сможет так сделать. Ее приборы совсем не приспособлены для еды. Приготовим пластиковые столовые приборы. Нож нагреваем над свечкой, отрезаем ручку и нижнюю часть. Толстый декоративный шнур разрезаем на 4 части. Края чуть подпаливаем спичкой и приклеиваем шнур к оставшимся частям приборов. Такой вялой ложкой точно каши не сваришь. Мы научились есть палочками, но мягкие приборы – это уже слишком. А может, это специальный нож с вилкой для диеты? С такими приборами мы точно быстро похудеем. Подруге нравится моя новая пышная юбка. Она принимается снимать мерки, чтобы пошить себе такую же. Длина, высота, объемы. Постойте, а из сантиметра может получиться неплохой ремень. От портновского сантиметра отрезаем металлический край. Шилом проделываем отверстие и крепим пряжку для ремня. Оборачиваем и фиксируем конец термоклеем. Обрезаем нужную длину пояса. Делаем треугольный конец ремня и прокалываем дырочки для застежки. Блонди завязывает ремень на моей талии. Мамочки, что это за огромная цифра? Неужели я так поправилась? Нужно срочно сделать парочку упражнений для талии. Эмма наслаждается мороженым. Ну, а я тоже хочу. Вот бы попробовать хоть ложечку. Но подруга не хочет делиться. Она отправляет меня к холодильнику за другим мороженым. Но там есть только Kinder Joy. Эмма советует присмотреться к нему повнимательней. Там внутри мороженое. Очищенный апельсин разрезаем на квадратики. Формочку от яйца Kinder Joy выкладываем мороженое. И вставляем квадратный апельсиновый желток. Отправляем в холодильник. Также наполняем вторую половинку яйца. Соединяем ее с замороженной частью с желтком. И ставим в морозилку на пару часов. Открываю свой десерт. Эмма права. Это лучше, чем обычное мороженое и обычное яйцо вместе взятые. В моем мороженом яйце даже есть апельсиновый желток. Каждый день у девочек происходит спор, как должен стоять букет, вверх ногами или вверх цветами. Они постоянно переворачивают его в соответствии со своим дизайнерским видением. Блонди переворачивает его вверх тормашками, а Эмма ставит его обратно на ноги. Кто же из них прав? От пластиковой фигурной бутылки отрезаем горлышко. Окрашиваем ее акриловой краской. Сверху тонируем вторым слоем с помощью губки. Пергаментную бумагу смазываем жирным кремом. Выжимаем на нее толстый круг термоклея. Когда клей высохнет, снимаем круг с пергамента и вставляем в него три проволоки. Место соединения дополнительно фиксируем термоклеем. Соцветия искусственных цветов нанизываем на проволоки вверх ногами. Кончики проволоки закручиваем между собой. И надеваем перевернутую вазу. Горлышко вазы приклеиваем к цветам термоклеем. Украшаем композицию свечкой. Наконец, Блонди открывает тайну. Это не просто ваза с цветами, а дизайнерский подсвечник. Перевернутая композиция со свечой смотрится необычно. И Эмма соглашается больше не переворачивать цветы.
Подруга очень любит собирать кубик Рубика, поэтому я приготовила для нее сюрприз. Съедобный кубик Рубика из полезных овощей и фруктов. Киви нарезаем квадратиками. Свеклу также нарезаем квадратиками, предварительно надев перчатки, чтобы не окрасить руки. Также нарезаем банан и морковь. Накалываем квадратики на зубочистке и складываем их в форме кубика. У съедобного кубика Рубика простая задача – собрать кубики одного цвета у себя во рту. Кто быстрее справится, тот победил. Понравились наши необычные вещи? Тогда пиши в комментариях, как ты разыграешь друзей. Подаришь воздух, сделаешь чашку со спрятанной ручкой или презентуешь худеющей подруге ремень-сантиметр. И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые необычные идеи на канале Трум-Трум.